6 апреля в Казанском федеральном университете состоялось открытие студенческой международной конференции «Точка зрения». Конференция собрала студентов с различных городов России. Главной темой обсуждения стало развитие студенческого самоуправления и их взаимодействие с вузами. Площадкой для проведения конференции Казанский университет стал не случайно. Ведь КФУ демонстрирует активную студенческую позицию по всей стране. Мы, администраторы, очень заинтересованы, чтобы студенческое управление было сильным, авторитетным, уважаемым, потому что они помогают решать очень многие вопросы. Со студентами молодежи, это, вы знаете, категория особая, очень эмоциональная, быстрая такая, энергичная. И здесь нужны, конечно, поэтому и люди, которые понимали бы ее и умели бы с ней работать. По признанию участников, у казанской молодежи есть чему поучиться. Присутствует необходимый потенциал и большой энтузиазм. А их творческая работа в таких продвинутых движениях, как «Студенческая весна», «Студент года», «Школа журналистики», «Слово за нами», «Зорница» и еще многое другое вызвали большое любопытство у гостей университета. Ценный опыт работы в данных объединениях стали еще одной темой пленарного заседания. Принимая участие в жизни своего вуза, участники общественных объединений, безусловно, развиваются. Они получают знания, получают опыт, повышают свой образовательный уровень, формируются как будущие руководители. Очень важно здесь взаимодействовать с администрацией вуза, выстраивать партнерские отношения, выстраивать диалог, который положительно отражается на результатах деятельности как студенческих общественных объединений, так и развития вуза в целом. Однозначно, развитие студенческих объединений – это вопрос, который предстоит решать студенческим активам со всех городов совместно. Более того, это остается актуальной темой не только для гостей университета, но и для всего студенчества страны. И Казанский федеральный уже готов внести в развитие студенчества не только Казани, но и всей России свой большой вклад. Аделя Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.